Дорогие друзья, вы когда-нибудь слышали, как поют ангелы? К нам в гости прилетели ангелы? Ну, не прилетели, а приехали. И, кстати говоря, не просто ангелы, а ангелы надежды. Встречайте, лауреат международной премии «Филантроп», лауреат национальной премии имени Мухиной, творческий коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы надежды». Спасибо большое!